Добрый вечер, друзья. Должен заметить, что вообще-то я человек интеллигентный, с двумя высшими образованиями. И, безусловно, душа моя тянется к изящному слогу. Правда, украинская политика не позволяет мне пока реализовать это творчество. Поэтому сейчас будет исполнена песня, в которой использованы несвойственные мне в повседневной жизни выражения. На улице, на банковой ажиотаж, Аваков гаджет перезагружает. Все потому, что в Киев свой гастрольный вояж Михос Одессы мамы приезжает. На сходке нацсовета этот вип-гастролер им воровские схемы предъявляет. Арсен сорвался первым и на Мишу попер, стакан с водою он в него бросает. Запахло мокрым делом, завелись мужички, кричит Арсен и градус не снижает. Вдруг слева угрожающе блеснули очки, и Сеня дерзко Миша заявляет. Я видел эти ваши обвинения в гробу, не вы нам эти схемы создавали. Советую быстрее закатить вам губу и срочно из страны крутить педали. Ну а президент сказал свое суровое ша, и пацаны понты попридержали. Ну а кого впоследствии сольют не спеша, расскажут на его телеканале. Ну а кого впоследствии сольют не спеша, расскажут на его телеканале. Спасибо.